В Минпромторге России под председательством министра Дениса Мантурова состоялось заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В заседании принял участие губернатор Ивановской области Павел Коньков. Для нашего региона наиболее актуальным был вопрос незаконного оборота легкой промышленности. Основная доля нелегальной продукции в нашем регионе приходится на текстиль, за производство и оборот которого не уплачивают налоги. Как отметил губернатор, при успешном решении проблемы оборот текстильной промышленности в Иванове только увеличится. Для Ивановской области это очень важное дело, потому что у нас эта болезнь есть, мы с ней боремся, но сегодня боремся не очень эффективно. Намечен план ближайшей работы, в которой Ивановская область тоже примет участие.